Ну, что вы будете читать, мисс Шерон Стоун? Басню, естественно. Вороне где-то бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздись. Позавтракать уж было собралась. Ну, это несколько устарело. А поновее что-нибудь, стихи? Ехали медведи на велосипеде. Так, а за ними кто? А за ними кот задом наперед. А за ним комарики. На воздушном шарике. Так, срочно звонить Алексею Ефимовичу. Мы ее берем.